и она очень гибкая, пластичная. Насколько только? Да, посмотрим. Да, теперь мы посмотрим, что она у нас не прилипла никуда. Берем замечательную формочку, допустим, в виде ромашки. И ромашка это у нас да, хламу, да? Мы надавливаем хорошенечко, чтобы она у нас прилипла. И вот нажимаем сильно на доски. Дальше нажимаем. Ой, я тоже хочу так подумать. А я набор такой хочу. А какой ты набор? А вот коробка набор целый. Вот эти все наборы у вас продаются? Кстати, наборы у вас продаются? Нет, они продаются в специальных магазинах. Где продаются они? В специальных кондитерских магазинах. Ну, ваши нет, да? Примерная цена. У нас только уже готовые ключи. Подождите. Примерная цена какая? Да. Извините, уважаемые журналисты, а можно еще зацитировать ваше внимание на то, что вот это вот яйцо сделано нами специально для Петропавловской крепости, как подарок Пасхи. Вот, оно из шоколада. Зелененькое? А да. С контуром крепости. Это материал с чистым, красным. Это сахарная масса. Мастика, да. Сахарная пудра, желатин. Вот это еще? Еще раз. Сахарная пудра, желатин. Желатин. Добавляется краситель. Пищевой краситель. Вы должны все это получить сразу. Пищевой краситель. Попробуй. А другой рисунок. Дайте мне этот кусочек, я подарю. Что делаете? Ну, это как силиконовое. Вот грудь. Точно таким же образом. Прижимаем хорошенько. Вот, видите? Как? Или песок. Кленовый листок. А вот иголкой выковыривают аккуратно. Аккуратно. Мне понравилось. Скраешь. Где у нас основание? О, да. О, получается. Дальше. У нас какой? Красный. У нас будет... У тебя садится, наверное. Не садится, а вспышка. Съедает. Сколько нужно для этого сделать? Я думаю, что чуть 5. Прячем листочки, да. Листочки были живые, мы сделаем немножко. Так, вот, так, вот. В любом случае, пляжечка замечательно. Да, пожалуйста, это наш вокальный открытие. Вы можете отправлять их по почте. Друзья, получается. Еще один, да?